Встречу с руководством и сотрудниками предприятия «Ильинская-95» провел глава округа Андрей Булгаков. Щелковский комбинат производит масложировую продукцию, протертые ягоды, томатные пасты, занимается фасовкой. Объем производства достигает 30 тысяч тонн продукции в год. Предприятие оказывает поддержку семьям мобилизованных, отправляет помощь на передовую в зону специальной военной операции. Большинство работников комбината – щелковцы. Сотрудники обратились к главе округа с просьбой обратить внимание на уборку снега и обработку тротуаров в микрорайоне Чкаловский. Руководитель муниципалитета поручил выполнить необходимые работы по указанным адресам в ближайшее время. Также от коллектива предприятия поступила просьба установить светофор на Щелковском шоссе напротив агролицея. Так планируется комиссионный выезд дорожных служб, госавтоинспекторов и представителей Мосавтодора на место для проработки вопросов.